Доброго всем времени суток, с вами Тексер, рыбалка в Северной Атлантике, фишинг Норт Атлантик, и снова у нас Монбоу. Почему? Потому что я подумал, а какого хрена я ошибочно купил Гермеса. Он как бы своего развития продолжения не имеет, потому что на нем плавать, там что-то делать. У него маленький трал, он сам маленький, как бы смысла особо нету. Этим деньги гораздо быстрее зарабатываются, поэтому просто загрузил сохранение, которое перед тем, как я его продал, купил Гермеса, ну и еще тут подфармил. Вот. Так что мы приплыли в Лунберг за крабом-стригуном. За кораблем, который ловит краба-стригуна, это тот самый правый порт. Честно сказать, я не помню я этого... Корабль, я где-то открывал, или он всегда тут был, потому что часть кораблей же открывается вот на этих вот точках. Вот, я... На суше, что ли? Блин, погоди, я что? Там... А, ну да, я же там Гермес... Нет, или не Гермес. Да, я там Гермес открывал вот на этой точке. Игра, что у тебя с текстурами? То есть это сохранение до того, как я сплавал сюда на маленькой лодке и его открыл. Ну, вроде как он тут был, мне кажется. Я вряд ли его где-то открывал. Это я говорю про вот этот тот корабль. Atlantic Catcher. Как я посмотрел, вот крупнее него корабля уже по крабам нету. Там есть какая-то новая Скотия, но она меньше, она на 1200 вес судна. То есть она меньше. Она, правда, прикольная, она длинная такая, такой короткий, высоченный. Не то чтобы я любил краба-стригуна, но чем-то надо это все завершить, потому что самый большой траулер здесь это вот этот Мунбоу. Больше него нету. Я не помню, в Баренцевом море какой был самый большой. Мне кажется, что вот этот и был. Не было там никого крупнее. Хотя мне в комментах писали, что был именно все-таки Гермес, но здесь его понерфили. Ну, черт его знает. Я уже не помню, давно это было. В общем, будет у нас Atlantic Catcher, мы максимально жахнем по крабу-стригуну, и на том, видимо, с игрой завершим, потому что больше тут кораблей нету, двигаться дальше больше некуда, вот это самая здоровая бразина, которая тут водится. Так, ну купить его так вот я его, конечно, не могу, я свой этот продам мелкий. Я с Яркин покупал, хорошо, то есть я его уже купил. Хочу задание проходить в наличие. Продать. Пятнашка. Мне хоть хватит? Не, наверное, хватит. Он дешевеет с каждым этим... С каждым часом. То есть... Вот он стоил 21, а продал его за 15. Офигенно, да? Так, мне хватает, да. 30. Он стоит правильно, я запомнил. Остается счет на оборудование. Хорошо. Не надо. Дальше пошли его оборудовать, оснастка. Ну, у него все есть, снаряжено. Он чисто по крабам, он больше не почему. Модернизация. Давайте его модернизируем. Во-первых, мне нужно большое хранилище. 1 500 000. Мне не нужно большое хранилище. Так, двигло прожектор в пень. Сонар. Вроде как у меня самый крутой стоит. Да, я не знаю, как он переходит, но почему-то вот сонар переходит сам по себе. Я не знаю, как это работает. Давай в корзину. Буйки будут самые офигительные у нас. Двигло. В наличии подруливающее устройство. Вот, погодите. А установлено? В наличии установлено. То есть подруливающее устройство боцман в карман положил. И унес с собой. Вот этого нету. Да, давайте прожектор. Он будет офигенный прожектор. Мне получается ничего не надо. Прожектор еще. Давайте еще офигенный прожектор. Я просто, да, понимаю, что я подбираюсь к хранилищу, да? 1 500 000, давай. 1 524 000, у меня еще, считай, сорокушник есть. Ну вот, да, 110 000. Я мог бы его лучше, но в пень он мне не уперся, на самом деле, берем. Возможно, мне человеки будут нужны. Давайте, команд. На борту. На борту один. Так, а сколько у меня морд-команды? Общее сокращение команд 13%. Не знаю, о чем это. Не знаю, о чем они. Так, посмотрим, сколько тут. Корабли-то вообще народу-то может быть. 8.
А сколько у меня есть? По-моему, 7. Команда на борту. 3, 3, 7. Мне еще одного надо. Я для этого денег оставил 37 тысяч. Потому что я чувствовал, что что-то тут не то для найма. Давайте. Давайте возьмем кого-то хорошего. Осталось у меня 12 тысяч. Ни о чем, на двигло этого не хватит. На борту. 8 рыл. Ой, елки, я лошара. Наживка. Наживка. Большие ловушки по 1000. А у меня... Ну что ж, терять нечего, последняя серия, поэтому пойду и в банк возьму суду. Нет, пойду в порт, я не люблю суды, и продам маленький кораблик. Вот так вот, я снова богат. А вы видели? Смотрите. Он 23 миллиона стоит. Он только что подешевел на 6 миллионов, только после того, как я его купил. Это как машина в этом, в автосалоне. Ты выехал за ворота, все, она уже подешевела. Купил новую, выехал за ворота, все, она уже столько не стоит. Так и тут, он стоил 30-ку, и он стоит 24. За что? На нем еще муха не сидела. Дурацки сделано, совершенно дурацки. Так, орудие лова. Большая ловушка. Ну, он на все деньги, да. Нет, мне столько не надо. Давайте я сороковку. Да черт с ним, пошли за кредитом. Я зверею сотню ловушек ставить. Нет. Я еще только подумал, на что я подписываюсь. 100 с лишним ловушек. Это много-много часов установки и снятия. Так, а давайте 50 их будет. 50. Блин, я 50-то не поставлю. Что-нибудь. О чем я? Я купил. Так. И купить приманку. Ну, я много могу. Не знаю, давайте сотку куплю. Оно ни о чем. Так, хорошо, мы все купили. А еще раз я гляну на апгрейд, что-то у меня сомнения обуяли. Не, морозилки нету. Морозилки нет. Офигеть. Ладно, что, отчаливаем. Вот такой корабель. Вот мои ловушки сложены, 50 штук. Ну да, 120, такая будет гора громоздиться. Малый вперед. Рубка довольно типовая. По центру. Я вот, кстати, подумываю. В дуалке мы с Люксом играем. На космическом корабле что-то такое вот сделать. То есть это просто прямые окна. Они установлены под углом вперед. Мне кажется, неплохо. Вот этот под 45. Что-то такое на большом корабле я, наверное, сделаю. Я там аквариум застеклен не буду делать. Вниз все равно смотреть не буду. То есть надо просто списать с корабля чего-то. С обычного. Ой, якорь какой красивый. Так. Краб тут... У него несколько винтов? Нет, один. Краб тут ловится очень просто. Он живет там же, где рыба. Его просто по сонару находишь, и все. Поэтому берем. Че сегодня с текстурами карты, я не понимаю. Смотрите. А? Так, глубина нужна небольшая. Поэтому континентальный шельф. И поплыли. Вот оно. Сонар, иди сюда. Вперед. Серая фигня. Не надо так. Погнали смотреть. Я буду прыжками перемещаться по карте. Ну, понятно, что на точке вряд ли что-то есть. Ну, я уже вижу, что тут хрен плавал. Шестьсот у него базовая. Я думаю, у него 1000, как у Мунбоу тоже. Но ловля крабов меня вообще не прельщает. Ну, так, как она здесь сделана. Так, крабы. Ну, с километровой глубины, я думаю, мы ловушки таскать не будем. Давайте вот куда-нибудь сюда. Погнали.
Жалко, в баре нельзя купить информацию, где последний раз видели бегающих по дну крабов. Я был бы не против. Или они способны километровую глубину своей ловушки забрасывать? Да я не верю в это. Я представляю себе этот километровый трос такой вытягивать. А там на дне может быть краб. Хотя крабы там были. Я когда плавал с тралом, мне крабов показывало сидящих на дне. Ну тут, тут все тот же плавающий хрен. Он за нами плавает. Так. Ну давай, тут вот меч рыб была сутки назад. Сколько суток назад, вернее. Погнали. Я где-нибудь да найду, сами понимаете. Тут удача-удача, а сонар-то он... Да. Давайте поглядывать так. Вдруг чё? Вдруг рыбка будет. Было бы здорово. Ну, в общем, надо как-то вот к этим прижиматься, к местам, где рыба есть. Ну, была. 16 суток назад, конечно, да. 16, ну, это все. Это все ни о чем. 16, а, все 16 суток. Давай. 200 метров. Рыба, ловись. Если что, я сейчас просто метнусь просто в порт и куплю еще слухов. Деньги вроде остались, да. Да блин, черт, летучий голландец. Который год оно плавало по морю и искало рыбу. А рыбы не было. Скумбрия. Ну, 16 суток, все старье. Нет тут скумбрии. Я не верю, но поплыли. Я сейчас вот тут еще остановлюсь на полпути. Так. Вот мне что не нравится в рыболовстве. Да, в принципе, и в ловле сетью не очень нравится. Вот это же. Сейчас я просто плаваю, страдаю фигней. Смотрите, мне очень нравится расход топлива у этих больших кораблей. Там у них... Вот они, крабы. Вот они, крабики пошли. Отлично. Команда. Так, сортировать крабов. Наживите, поставить ловушку. Иди в кепке. Иди ты. Так, ты иди готовь. Я не знаю, зачем это надо, но у меня народу пипец тут сколько. Если мне на трале не хватало, то тут у меня больше, чем надо. Горшок для штабилирования. Выбор прочного места. Подготовить горшок. Не знаю, иди на кран. Ну ладно, это, видимо, кран, просто разный режим работы. Да, видите, пошла подготовка. Отлично, погнали. Один краб был, и все, кирдык. Ой, серьезно? То есть я зря все это устроил. Там был одинокий краб. Ладно, черт с тобой. Иди, забрал. Все? Не, какая-то рыба есть, крабов нет, а рыба есть. Ну, давайте еще проплывем немножко. Я по газам дал. То есть рыба есть, рыбу ловить можно. Крабов ловить. Пф, хрена. Есть. Тут и омары вон есть, я смотрю. Ну что, значит, ставим. Я думаю, у них такая же фигня с этим, с расстоянием, что дальше определенного расстояния, ну, ближе определенного расстояния ставить нельзя. Да, крабы есть, смотрите. Нет, давай половинку дам оборотов. И опять, видите, проскочили кучи, и опять нету. Так, что у нас там? Мужик, кстати, на крабе. Этот стоит, заряжает, этот стоит, там его не видно, он готовит приманку. Вот тут, кстати, все по уму. В отличие от новомодной Diddly Sketch, который к черту ногу сломит. Тут все по уму. Ну, тут на месте крабов нету, но они есть рядом, так что я думаю, это как-то работает.
Сколько-то я тут их разбросаю. Он. Это омар. Я думаю, где омар, там и краб. Я не думаю, что прям точное соответствие, что вот если на этой тут изображены омары, рыба, а крабов нет, то крабов тут и нет. Хотя черт его знает, может и нет. А, мне кажется, просто отмечено рыбное место, то есть это все условность. Я же ловлю не конкретную рыбеху. Я ловлю в рыбном месте. Выбрать ловушка. Выбрать какую брать, что ли, ловушку или что? Да не, вон крабики есть, все хорошо. Ну, в принципе, конечно, это не сеть ставить, это быстрее. Так что, может, можно было и 120 взять. У меня 50, да, этих ловушек? Кстати, нигде счетчика нету. Ну, я понимаю, что вот тут могу нажать, но так-то нигде нету. Ну, вот такое вот неспешное занятие. Хорошо знакомым по Dead Sketch. Это я на треть выставил скорость, и вот плывем. А вон еще крабятина внизу сидит. Все хорошо. К сожалению, команду на сброс даю я, поэтому я не могу выйти к ним на палубу, посмотреть, как это вблизи выглядит. Ну давай уже. А, да, вот есть ограничение 100 метров. Ага. То есть они ждут, стоят. Так я прибавлю. А что вот это мигает, мне интересно. А, это круг мигает. Ну давай уже. Там краб он на дне сидит, рядом с камбулой. Неплохо организован, неплохо, мне прям нравится. Что я говорю, да, мне ловля крабов нравится. Мне нравится, как организовано. Я не хочу крабов ловить. Хотя вот на таком корабле здоровом, так присмотреться, если забавно их ловить-то. Шесть. Ну давай десятку тут разбросаю. Просто, честно говоря, рыбка какая-то вяленькая. Что там? 100 метров? Надо еще прибавить. О, краб пошел. Давай. На голову ему. А я еще прибавлю. То есть он 100 метров не успевает пройти. Тут надо скорость регулировать, чтобы они прям одну за одной фигачили их. И, в принципе, конвейер будет. А мне кажется, обратно они могут не успевать. Потому что им же крабы сортировать надо. Там на крабы сортировать, по-моему, до хрена народу можно поставить. Это сейчас они втроем тут пашут. Злобно оглядываясь на тех, кто в кубрике сидит, там в карты дуется. Ну, крабов что-то так себе. Опять ждем, да? Еще надо прибавить. Прибавим еще. Омар. Ну, омар от крабов ничем не отличается по ловле. То есть так же ловушки за борт кидаешь. А, пошел жету разбирать. Стену китайскую. Ну, еще две. О, еще крабик. Хорошо. Не кончились. Два крабика. Кто больше крабиков? Ну что, весь полтинник, что ли, зарядить? Скорость, в принципе, неплохая. Установки. Я еще на полном ходу начну ставить. Потому что они все-таки... Да-да, крабики не кончаются еще. Чтобы они прям сразу поставил, бросил. Чтобы не ждать, пока 100 метров отплывем. Ой, Канада. Я не знаю, что это, тоже не знаю, что. Канадцы. Почему канадцы? Омары. Ну, у меня скорость уже приличная. Я думаю, вообще даже чуть больше будет расстояние, чем надо. Чуть уменьшу. Ха, он таскает сквозь штабель. Ну ладно. Пущай. Так, десятки я уже поставил. Плыть в другое место или не плыть, вот в чем вопрос. Ну, рыба не кончается, омары не кончаются. Крабов не вагон, я бы сказал. А он сидит.
ловушка ему по башке. То есть они есть. Но я так думал, улов будет маленький. Ну, не маленький, небольшой. Ну, знаете что, давайте я все это разбросаю тут. Это дело. Ну, тут, может, где-нибудь рядом, там, если тут на дне корабль закончится, я просто где-нибудь рядом метнусь. Вот туда, где там меч рыбы была. Вот, и разбросаю все приманки, а продолжим уже по сбору. Установлено. Я решил поставить 25, потому что, ну, это, блин, достаточно долго. Такая вот линия. Сейчас мы ее обогнем. Как-то вот так вот к ней выйдем. Вот так, погнали. Кок у нас готовит еду. Все хорошо. Вот это вот интересно. Защиту я только сам могу ставить. Так. Отлично. Погнали. Выпустите меня из кресла. Отвяжите меня. Так. Мне нужен глюки в стеклах, да? Да. Поймать свет. Светомузыка. Очень странно, но да. Издержки движка, я так понимаю. Так, встать на сколько? 5 часа 4 точно сразу кинем. Стой, а кто? Это кок наш. А как мне команду по-быстрому включить? Тут телефонная трубка была. Да была аж. Управлять, не надо мне управлять. Запросить помощь, не надо мне запросить помощь, мне команду надо. Ну что, никак что ли? А, вот как. Так. А, ну он сам ушел, отлично. Так, по карте чуть красная. Я что, сел в кресло? Ой, я даю. Так, а значит по кнопке В меня сажает в кресло из любого места корабля. Давайте еще 4 часа. 11 часов, пока все тихо. Пока все дома. Так. 5 часов. День. Они пожелтели. А, по 4, 3 давай, ладно. Синие. А, часть зеленая. Они начали синеть. Давайте еще час. Все будет хорошо. Ну, последний зеленый, пока доплывет, то он будет уже синим. Так. Отлично. Садимся. О, какой там? Красивый, черт возьми. И кресло модное. Так. По местам стоять. А, где мои? А, вот мои. Ох ты ж, елки. Боковая подруливалка есть? Есть. Что-то она как-то не подруливает, мне кажется. Да? Ну-ка. По-моему, вяло-вяло так. Можно ее вообще вырубить. Команда, по местам стоять. Фигню собирать. А я, блин, что их оттуда тащу, не знаю. Так, крановщик. Ловушку не ставим, что ее ставить. Так, ты жранину готовь, иди. Так, разбежались, разбежались. Эй, ты куда пошел? А, готовить что-то пошел. Обиделся, ушел что-то. Слушай, а наживлятель ты и постановщик ловушки, что, нужен же? А, это куда их девать, горшки, я так понимаю. Ну, не горшки, а ловушки. То есть, либо дальше его на ловлю, но тогда крановщик не нужен. Поставил, выкинул. Ладно, чувак стоит. Просто тут нет человека, который ловит ловушку. Который ее забирает. Тут нету. Наживить поставить есть, а забрать нету.
Так, ты иди вообще в починку, чтобы все были заняты. Приготовить наживку это точно не нужно. Вот, возможно, вот этот нужен оператор того. Вот тут он должен ловить. Сейчас посмотрим. Блин, я руль держу просто влево там. Не знаю, штурвал там до хруста. Дымы с вялым дымком. Ну, я надеюсь, что я выкручу. Я зря надеюсь. Задний ход. Сейчас, назад, вперед. Корыто довольно неповоротливое, конечно. Надо все-таки больше оттуда заходить. Ничего, сейчас вырулим. Так, неполный газ, неполный. Руль в бок, вперед. Кстати, а крабы до сих пор тут? Да, оно еще тут. Рыбки здесь. Я надеюсь, сейчас будут убирать. Потому что я здесь правильно все настроил. То нам сейчас все соберут. Все, нормально. Ловите. Но он там стоит. Я не знаю, как его заставить его снимать. Так, это ни о чем. Но только наживщик остался нетронутым. Я надеюсь, что все хорошо. Да. Неведомо кто, но схватили. Рыбу не поймали, не в сезон. Че? Не в сезон? Не в сезон? То есть крабы еще все... Я должен месяца там пропускать? Ловля крабов однозначно идет в жопу. То есть я должен в порту стоять месяцами и ждать крабов? Фу. Ну, я сейчас пройду еще поездку. Если везде напишут не в сезон, и, ну, я все 20 там с чем-то не буду собирать, естественно. То, ну, сами понимаете, крабья ловля идет нахрен, потому что рыбу у нас всегда сезон. Не, я помню, как была какая-то фигня с треской, что я не в сезон ловил, да. Или сверху. Вот, не в сезон. Ну, блин, это фиготень. Мне это не нравится. То есть я должен там... в порту, если не ошибаюсь, проматывать максимум по неделе. Тут вообще по неделе нельзя промотать, только по дням. В порту можно промотать еще и по неделе. Я еще должен там месяца мотать? В убыток себе. Лучше ловить тралом. Я за все время только разок попал не в сезон какой-то трески. Не в сезон, а? Охренеть. А как-то мне можно было сообщить об этом сезоне? Не сезоне. А, справочник. Виды рыбы. Краб-стригун. С 1 ноября по 31 марта. У нас... Да нет, блин, где тут дата-то была? Октябрь, ноябрь. Ну, в общем, мне месяц надо где-то подождать. Пипец. То есть он не в сезон стоит, вот это судно великолепное. Обалдеть. Полгода проматывать. Жопа. Просто жопа. Ну, вы поняли, да? Я сейчас третий соберу для, так сказать, для полноты картины. Ну, я даже сохранять не буду, это идет нафиг. Ловля крабов в игре говно. Я никогда тут не буду ловить крабов. Ну, собственно, я в нее дальше играть-то не буду, потому что, ну, топовые корабли уже есть, мне, ну, деньги не нужны. Незачем их собирать.
Можно, конечно, да, создать себе некую флотилию, там, траловый, крабовый, омаровый, допустим, не знаю, это лодочка. С гарпуном за меч рыбы охотятся, но оно как бы уже какой-то цели иметь не будет, это просто такое времяпровождение. Да, вот тебе нравится вот эту игру играть, и ты тут ловишь рыбу самозабвенно. Ну, почему бы нет? Мне интересно, пока есть развитие. Если развития дальше нет, то есть где-то впереди не маячит корабль мечта, который можно купить. И я, да, все. Я не вижу смысла для чего всем этим мероприятием заниматься. Поэтому ну, пусть плывет, конечно. Так сказать, подводя итог всему этому, народ в КСП играет. Как бы интересно проснулся с тем, что пообещали КСП 2. КСП 2 нет, выйдет не скоро. Народ хоть в КСП 1 играет. В целом игра мне поначалу не понравилась, когда она только вышла, с кучей багов, кривая, там вода не пойми на что похожа. Но, тем более, я, по-моему, почти сразу уткнулся в дурацкие способы ловли. Ну, вот с гарпуном на меч рыбу. Краб, по-моему, не сразу я встретил, но тоже не понравилось. В общем, сначала пагубное такое впечатление произвело, что, блин, разработчики сделали отстой. При том, что хорошая была такая первая игра, вторая что-то какой-то отстой. Причем тут немножко карьера по-дурацки построена. А надо было карьеру начинать с того старого дедовского баркаса, который, кстати, в первой игре был еще история прикручена, что типа вот там, ну как обычно, дядя оставил наследство ферму, дедушка оставил наследство топор, бабушка оставила наследство рыболовный баркас. И в первой части, да, какая-то такая история, по-моему, писалась, что-то такое было. Ну так просто текстом так сбоку припек, чтобы как-то объяснить. Что ты вообще на этом баркасе делаешь? Тут этого не было, тебе сразу дают такой вполне современный катерок, не самый дешманский по цене, с тем, чтобы ты на нем уже меч рыбу ловил. А неплохо бы начать со старого дедовского баркаса. Ну да ладно. А баркас находишь, по-моему, как прикол, как какую-то точку открываешь, тебе говорят, теперь можешь купить вот из первой игры деревянненький. Было бы развитие карьеры логичным с такой хреновой лодочки. Ну да ладно. С чего развилось, с того развилось. Механика ловли тоже вначале не очень понравилась, что вот, ну я понимаю, рыбу по радару искать, да, это в принципе в чем-то понятно, муторно, но понятно, ну вроде как собираешь слухи и плывешь туда, и вот тебе рыбка. Поначалу игра была очень дисбалансной, то есть рыбы было просто валом в любом месте практически, где не лови, она там есть. Потом ее поуменьшили, цены подрегулировали, и игра стала напоминать приличную игру. То есть сейчас все более чем прилично. Вот сейчас в нее можно играть с удовольствием, что подтверждает мое мнение, что игра... Ну, тут раннего доступа, по-моему, не было, но игра сразу после выхода отстой. Разрабы избалованы тем, что могут онлайн корректировать любые баги. Но они, собственно говоря, те могут дистанционно заменить клиент полностью. Поэтому можно в любой степени недоделки выкидывать игру в Steam, покупайте, мучайтесь, а мы постепенно исправим. И вот это как раз тот случай, игру постепенно исправили, сейчас игра более чем пристойная, любителям таких игр можно порекомендовать ее, естественно. Я не смотрел их планы, а я думаю, они будут еще игры делать, рыбалка где-нибудь в жопе мира, допустим, и если они сделают еще игру, я обязательно ее, конечно, возьму. Потому что в целом очень неплохо. Да, я в первых сериях очень много бурчал на эту игру, но она реально была тогда не очень. Сейчас все более чем пристойно. Может, конечно, отчасти у меня мнение изменилось, потому что я добрался до своей любимой ловли тралом. Я тралом вот в этих играх очень люблю ловить. Все вот так вот плавать, собирать мне не нравится. Потому что, ну, вроде как ничем не занят. Сейчас я еще худо-бедно кораблем управляю. А при установке я жмакаю кнопочку «Бросить ловушку». Мне это не нравится. При установке ярусов я жмакаю кнопочку «Бросить ярус» с периодичностью. Мне это тоже не особо нравится, потому что, с одной стороны, я не могу сидеть почитывать книжечку, пока они ставят. Игрового процесса в этом нету. Через равные промежутки времени жмакать кнопку. Так, если не полениться, можно макрос написать. Для клавиатуры, для мыши. Вот, то есть, ну, не очень занятие это сидеть и кнопочку нажимать через каждые там, допустим, полторы минуты, да, как они подготовят, это какая-то хрень.
на сонаре, ой, на сонаре, на трале ты делом занят, сидишь мордой в экран сонара, смотришь, ууу, рыба. Надо подтягивать, надо отпускать тросы, надо вытаскивать. То есть, в принципе, при делах. А тут ты вообще ни при чем, как автомат такой, кнопка нажимательный. Жалко, конечно, что краб не краб. Но с другой стороны, крабов я уже на маленьком кораблике ловил. В общем, они там перебирают. Я тут сижу, все хорошо. Ну что ж, господа, на этом все. Все из серии, все с игрой. Жмите, пишите. До новых встреч в новых играх.